Неразлучная парочка – Геннадий Кернес и Михаил Добкин. Вместе катались на велосипедах, ходили на митинги и партийные съезды. А в последнее время все чаще встречались в Генпрокуратуре. И Добкина, и Кернеса поместили под домашний арест. Михаила Марковича обвиняют в сепаратизме и попытке расколоть страну. А Геннадия Адольфовича и того хуже – в похищении людей, пытках и угрозах убийства. Но при каждом удобном случае он повторяет – я за целостность Украины, я за единую Украину, я за то, чтобы объединить страну. Обвинять в сепаратизме Кернеса и Добкина начали сразу после съезда Украинского фронта в Харькове. Проходил он на фоне призывов к отделению от Украины восточных и южных областей. Сейчас на улице, там митинг, там люди стоят. Сейчас будем там выступать. Но сразу после съезда парочка спешит уехать в Россию. А по возвращении Кернес уже не сомневается в легитимности новой власти. Вот только смену такой риторики его сторонники не принимают. Вчера на пророссийском митинге за призывы не ходить на воскресные вечи Кернеса выгнали со сцены. Едва не облили зеленкой. Сегодня Кернес и Добкин под следствием и домашним арестом. Но это не мешает одному выполнять обязанности мэра, а другому готовиться к президентским выборам. Ирина Федоренко, «События недели».